Талисману баскетбольного клуба «Автодор» подбирают имя. Медведь в ярко-оранжевом жилете дорожного рабочего. Обязательный участник всех матчей саратовской команды. Панда разогревает трибуны, танцует вместе с группой черлидеров и фотографируется со зрителями. Но есть одно «но» – у «Панды» нет имени. «Автодор» предложил болельщикам самим выбрать имя для «Медведя». В списке предложенных уже есть «Жорик», «Сеня», «Автодорыч», «Подорожник», «Пандамен» и другие. Предложить свой вариант и проголосовать за понравившееся имя можно в интернете. Автору-победителю обещан приз от клуба.